Проезжаю, камеру зафиксировал мне. Оказалось, что это неправильно. Благодаря за связку районной прокуратуры помогли в этом разбираться. Типичный пример целого сонма нарушений, разбираться в которых выпало за Свияжской прокуратуре. Автоматические комплексы оказались настроены на ограничение в 40 километров, когда по факту на участках дороги, на которых камеры призваны предупредить ДТП, максимально разрешенный лимит был в 60. Также в прокуратуре рассказали о случаях, когда камеры были установлены некорректно и фиксировали нарушения там, где их не было. По результатам рассмотрения которых было отменено 140 незаконных постановлений об административных правонарушениях, и тем самым права граждан были установлены. Кроме того, по результатам проверки прокурором Засвияжского района директору ОНО Центра организации дорожного движения внесено представление, по результатам рассмотрения которого работа комплекса автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения скорректирована с учетом действующего режима движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог города Ульяновска. В ОНО, которые принадлежат комплексу фиксации нарушений ПДД, отреагировали оперативно, сообщив о претензиях, направленных ими в адрес производителей камер и подрядной организации, которая занимается их настройкой. Перенастраивая прибор, кто-то либо сбросил настройки, либо нажал не на ту кнопку и так далее. Да? То есть, либо он сам... То есть произошел сброс, после которого была установлена работа. Сотрудники надзорного ведомства полагают, что сбои могли быть не случайны. Не каждый водитель, получив сообщение о штрафе, будет разбираться, правомочен он или нет. Многие предпочтут побыстрее расквитаться с государством, использовав возможность оплатить нарушение со скидкой, воспользовавшись сервисом госуслуг. В целом, по России, сообщает издание «Коммерсант», жертвами этих хитростей стали тысячи автомобилистов. Они ни за что отдали миллионы рублей. Сейчас Генпрокуратура готовит законопроект, который позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.